Работу Самарской области по реализации нацпроектов отметили на федеральном уровне. Вице-премьер Марат Хуснуллин, проводя совещание по нацпроектам, в первую очередь связанным с капитальным строительством, ремонтами, поставками оборудования, отметил Самарскую область в группе лидеров. По словам Дмитрия Азарова, в регионе ни один контролируемый показатель не находится в красной зоне, а абсолютное большинство программ в зеленой. Об этом информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В преддверии 50-тысячной заявки на карту жителя Самарской области команда проекта решила провести викторину. Правила просты. Быть подписанным на страницу ВК, карта жителя Самарской области, быть подписанным на страницу партнера, правильно ответить на вопросы. Среди тех, кто выполнит все условия, будут разыграны призы. Время для ответа ограничено и составляет сутки со времени публикаций. На каждый вопрос будет не один, а несколько призов. Так что шанс выиграть высок, пишет телеграм-канал администрации промышленного района. Телеграм-канал администрации Кировского района сообщает, что на этой неделе пройдут ремонтно-профилактические работы на сетях водоснабжения с кратковременным отключением холодной воды. 9 февраля с 9.00 до 20.00 в связи с врезкой новой водопроводной линии без холодной воды останутся дома номер 56, 70, 72, 74 по улице Георгия Димитрова. Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки «Самара» напоминает, что с 1 января в рамках программы «Самара. Детям. Мы разные. Мы равные» предусмотрено предоставление путевок детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении в санаторно-курортной организации, расположенной на территории городского округа Самара. Путевки будут распределяться в соответствии с датой подачи документов заявителям. Подробную консультацию можно получить по телефону 332 07 64.